Он коварный и злой гений. Мы никому не разрешаем приближаться к нему. Узнать правду, сэр, можно только поняв, как он мыслит. Ты лучший агент, но не забывай, он чудовище и настоящий психопат. Я ждал нашей встречи. Я задам вам несколько вопросов. Не впускай его в свою голову. Зло в нем огромное и захочет проникнуть в тебя. Если ты готов, то давай начнем вечеринку. 13 февраля 86 года. Это агент Билл Хагмайер. Я беседую с Теодором... Тедом. С Тедом Банди. Теду Банди осталось жить 13 часов, и он использует эти часы, чтобы избежать наказания. Он обещает сознаться, а значит, попытается сбежать. И зачем ты выбрал тебя? Семьи жертв ищут ответы. Миру нужно знать, почему он убил этих девушек. Ты умен, а мой мозг — это головоломка. Я впущу тебя туда. Там ты найдешь то, что так ищешь. Что ты мне расскажешь? Да все. Жажда убийства у него в крови. Ты начинаешь видеть мир моими глазами. Когда слишком сближаешься с маньяком, то рискуешь стать таким же. Ты мог бы убить кого-нибудь? Я агент ФБР. Я не это имею в виду. Я не такой, как ты. Я так не считаю. Скольких ты убил? Допустим, 30. А если на самом деле? Начнем с 30. Он проникает в мою голову. И мне начинает это нравиться. Считаешь, они должны убить меня? Что пришло мое время? Я считаю, лучше бы они сразу это сделали. Когда ты готов, я возьму тебя с собой туда, где никто еще не был. Охотник за разумом. Схватка. Еще минутку с Биллом. Он мой лучший друг. В кино с 19 августа.